ждем наш обед. Всем привет. Всем привет, ребята. А ты что ползаешь? Ой. Сыночек уже пообедал. Все в сборе. Ты пообедал? Сынок, иди ко мне. Иди ко мне. Нет, не хочешь? Сынок. Ничего! Позвала. Ну, какая-то пиццерия, она единственная, которая офигеть. Работает. А прикинь, сейчас внутри такие маленькие. Знаешь, как в школах продают? Малюсенькие. Не, просто как в ресторане сейчас будет вот такая вот тарелка и вот такая вот еда. Ну, мне кажется, что здесь она будет очень тоненькая, да? Но да, большая. Тоненькая, да. Так, это пепперони, да? Да. Ты хочешь пепперони? Да. Я и твою буду тоже. Ой, немножечко съехала. У меня 4 станции. 4 сезона. 4 станции. Просто оно по-испански называется quattro stagioni. Ага. В общем, с грибами, с тунцом, с ветчиной и с артишоками, да. Ну, у тебя выглядит тоже очень вкусно. Так, будем пробовать. Чек там как раз таки надо заводить. И, кстати, у нас кофеварка все так и не работает. Я там идет. Воспользовался вашими советами некоторыми. Ничего не помогло. Так все и не работает. Очень много было комментариев по поводу того, что мы используем очень мелкий кофе. Но дело в том, что мы уже много лет используем один и тот же кофе. То есть помол одинаковый всегда был. Я не думаю, что это проблема именно в кофе. Да, 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 может быть это насос, который качает, я не знаю, как она бомба называется, по-русски тоже. В общем, и давления не хватает, и поэтому она не может пробить. Возможно. Короткий нашел. Ой, как интересно. Мы поели, пицца была очень вкусная. Ваня нашел, в общем, фильтры. Это на одну чашку, я поставил на полторы чашки, и у нас было на две. Который я надеюсь, что все-таки проблема в нем, и там что-то забилось, и не шел кофе. В общем, я сейчас заправил кофе, и сейчас включаю момент. Как папа рад, что кофемашина снова работает! Ура! Смотрите, с пеночкой вкусной. Не видно, подожди. Вот. Ой, красота! Вы не представляете, как у меня сегодня утром разболелась голова. Я так старался сделать кофе, мне ничего не получалось. И чайник, и куда ты подтопал? Изучать просторы нашей кухни. Все-таки это не проблема с насосом. Да. Папе своему напиши. Просто фильтр забился. Значит, можно заказать, и теперь, и пока будет идти, можно будет пользоваться этой полторашкой. Все кухни ходят. Ай, красота! А этот все бродит по кухне. Туда-сюда, туда-сюда. Помощник! Ты помощник? Это мне кофе. А мою дозу кофеина. Родители. Буду бастовать, Ты куда? Все, да.
хочет. Супер. Тапочки на карантине. Покажи, какая у тебя игрушка новая. Классная? Только он ее не возит, а носит. По идее, нужно вот так вот делать. Смотри, сынок, держи. Давай, вот так. Держи. Держи, держи. Не, не хочешь? Вот так вот ее. Смотри, вот так мама, смотри, как возит. Опа, и крутится. Ну, у нас обычно всегда вначале он не особо играет, а потом как заиграет. Ты ко мне? Мне кажется, он другого, да. Ты зачем ешь объектив? Время-то ужин. Ты любитель все поесть? Так вас облизали, если что, ребят. Ты будешь маме помогать? Все больше и больше ходит у нас. Не, ну это логично, это нормально. Да, это отлично. Это отлично. А ты что тут сидишь? Наблюдающий движ. Так, ребята, я тут готовлю Ванюше ужин, варю ему овощи. Тут брюссельская капуста, лук, сельдерей, спаржа, болгарский перец и батат. Будет у него такое овощное ассорти, без мяса, без ничего. Я уже говорила много раз, что я чередую, ну, как бы не каждый день даю ему мясо, не каждый день курица, не каждый день рыба, а чередую вот такие приемы пищи, мы сами тоже так делаем, я иногда один салат ем без ничего. И, естественно, без соли, без ничего, несмотря на то, что мы уже практически полностью Ванечку перевели на общий стол, но все равно зачастую иногда я ему готовлю просто овощи без мяса, или, допустим, когда мы едим что-нибудь на гриле, там ту же рыбу, ту же курицу, а я ему не зажариваю, во-первых, то есть раньше достаю с гриля, и никогда ему не солю. Единственное, что на рыбку добавляю немножко укропа, ну, чтобы такой вкус немножко другой был. Разбираю посудомойку, ну, она практически полупустая, но все же разобрать нужно и загрузить посуду, которая накопилась у нас от завтрака и так далее. Так что... Кто там идет уже сюда? Не захотел он со мной турником заниматься. Ну ладно, оставайся с мамой. Сказал, ну, это спорт. Ну, ваш это спорт. Я не скачу. Так. Не, сыночек, ты еще маленький. Давай попозже будешь мне помогать. Давай. Иди к папе скорее. Давай, иди скорее к папе. Что? Сынок, идем качаться. Иди качать. Будем турник. Он, короче, даже виснет. Виснуть не хочет? Да. Эх, ты лентяй. Весит маму. Так. Ну. Ладно, я просто занимаюсь, а там занимаюсь. Я попытаюсь с ребенком разобрать посудомойку. Так уж. Да я так делал. Нормально. Нормально? Скажи, ничего, мама, научишься, да, сыночек? Мама научится? Мама еще многому научится, пока ты вырастешь, совмещать с тобой кучу дел. Будем с тобой совмещать кучу дел? Да, это твои овощи варятся. Будешь? Ой, как уже пахнет вкусно! Иди ко мне. Перчатки мне нравятся.
Тоже такие хочешь? Не, не хочешь. Пуля, отойди, пожалуйста. Че там кипит, видела? Ой, а кто заляпал? Там уже батарейки садятся. А, такая криповая такая музыка. Да. Ой-ой-ой, страшно становится. Я думаю, за водичку выключай, потому что мы сегодня ненадолго. Немножко сбились с графика. Да. Да ладно, он сегодня так поспал немного. Сынок, побрызгайся. Как ты умеешь? Боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль. Не включай, это страшно от этой музыки. Давай! Вот так! Давай! Еще! Давай еще раз! Вот так! Ух ты! Джакузи! Да! Ай, как хорошо, водичка. Ой, соскучился по занятиям, сынок, да? Я тоже уже соскучилась. Джакузи! Смотрите, как красивенько, сладенько Пусяша спит. Колобочек наш. О, это моя девочка. Прости, что мы тебя снимаем, но ты такая сладкая. Не могу. Катя в поисках. Короче, волнушку куда-то дел из этого пазла. Дерево. Дерево. И мы его найти не можем. Я под диваном смотрела. Под диваном нету. Я везде смотрела. Я вообще не понимаю, куда он его засунул. Подожди, а вот сюда он не мог его бросить? Нету? Нет, я здесь нашла другую игрушку. Да. А еще знаешь, где может быть? Может быть, под вот это ты смотрела? Под качели? Да. Так на самом качели нету? Под качели? Да я говорю, найдется. И все. Мы сейчас уже сейчас собираемся идти спать. Время у нас практически час ночи. Мы, кстати, посмотрели один фильм, русский «Один вдох» называется. Да. Неплохой. Угу. Если там мне было скучно, вот оно. Вот, но в принципе очень даже неплохо. Ладно, ребят, мы идем спать и желаем вам тоже поспать и быть бодрячком, да. Чтоб не хотелось спать. Все, увидимся с вами завтра и всем. Пока-пока. А ты что зеваешь? Спать хочется. Смотри, завтра утром, если будешь давать, то играй вместе с ним. А если нет, то не давай. Что он раскидывает, а это, ну, как бы, это все-таки как занятие. Угу, хорошо. И вот это тоже. Поиграли, если не играют, убираешь, чтобы это все не валялось. Катя, у меня инструкция, потому что завтра мое дежурство утреннее. Мы же меняемся. Сегодня Катя дежурила. Да, сегодня я дежурила, но не завтра. Все. Треугольники знаешь где? Где? Под диваном все, там, в углубине. Вдалеке? Да. Ничего, найдем. А, всего один не хватает. Два. Нет, два. Два не хватает. Ладно, все. Всем пока.